Жень, пойдем погуляем? Ой, не хочу. Да пойдем, с ребенком уже 100 лет не гуляли. Да не хочу, я устал. О, а это что за рыба? Да это мама передала, я думала гулять пойдем, пивка возьмем. Ну что, тебя долго ждать? Мужики, в наше время нужно быть очень осторожными. Потому что не все, что накрашено, это женщина. У меня спрашивают, как вы, электрики, относитесь к коронавирусу. Как электрик я скажу, что лучше хорошая изоляция, чем заземление. Юль, а ты знаешь, почему? Ты знаешь, почему все девушки выходят замуж в белом платье? Потом она стала черной. Нет, потому что это стандартный цвет бытовой техники. Если тебе тяжело что-то нести, просто представь, что ты это спиздил. Заселились в номер. А как вам такое решение? Называется, клал я на все проблемы. Титмос потом вроде как ничего Алька, не было. Что? Нам пора наши отношения вывести на новый уровень. Согласен. Собирай вещи, вали нахрен к маме. Женщины, они как гопники. Правильных ответов для них не существует. Захотят доебаться, доебутся. Лен, я намекал всяко разного. Сейчас еще один намечек, может поймешь. Мы с тобой месяц уже встречаемся. Месяц. Понимаешь? Угу. Это мои яйца. Мои яйца. Понимаешь? Предположим. Смотри, что я делаю. Катишь. Ну, только под добавь. Качу и чё? Подкатываю. Что я подкатываю? Яйца. Чьи яйца? Куриные. Нет, блядь, я сказал же, чьи это яйца. Твои? Да. Я подкатываю свои яйца. Куда? Зачем? Куда я подкатываю? Ко мне. Ну, поняла? Да. Мы уже месяц встречаемся, точно поняла? Ты яичницу хочешь? Блядь, пиздец. Пару минут назад ко мне внук подошел. Дед, что такое член? Я сразу опешил. А потом говорю, ну, писюн. Глаза закатил к потолку, постоял, развернулся, пошел. Я за ним. Ты чего меня такое спрашиваешь? Да, говорит, баба сказала, что я член семьи. Дальнобойщик на трассе приготовил поесть, сидит в кабине, из миски ест. Мимо пес пробегает и говорит водителю: «Привет, коллега!» «Какой я тебе коллега?» «Как? Из миски жрешь, в будке живешь, на колесо справляешь нужду, поди еще у тебя и хозяин есть». Так, кто с коньяком? Я. Проходите. С конфетами. Нет. Проходите. Теперь 4 девчонки. Девочки, заходим. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину своей зарплаты. Да я, собственно, и не собирался позориться. Решил полностью отказаться от алкоголя. Полностью. Но я пока только решил, я ничего для этого не сделал. Я решил, мне понравилось мое решение. И что такое? В смысле? Ну, тебя в кармане нашла, и что такое? Жвачки. Жвачка? Жвачка. Жуй. Я не хочу сейчас пока. Ну это же жвачка. Жуй. Жвачка. Жуй. Жвачка, я говорю.
Мишка, ты что тут делаешь, а? Да насос не дотягивается, я сейчас колесо откручу и накачаю. Давай, помогай мне. А, ну ладно. Давай. Снимай. Я наберу по объявлению всяких этих телефонов. Господи, дай бог здоровья мне, терпение с этой женщиной. Сколько же это мучений. Ща, несу. Все. Во. На. Держи, качай. Давайте я вас заправлю. Да нет, спасибо, я сама. Ну давайте хотя бы вставлю. Да мне уже два раза вставили. Если нажарить сковородку картошки и поставить ее на что-нибудь, ручка всегда будет указывать в сторону Беларуси. Куся, ты куда собралась? Зай, как куда? Я тебе 30 раз говорила, с девчонками в кафе. А, забыл. Ты что, им доверяешь? Да. 20 раз реально спросил. Доверяю. Ладно, малыш, я понял. Ой, так, а что ты без маски, я не понял? А зачем маска, Саркис? Кто сейчас их носит? В смысле, на улице время такое, нужно постоянно в маске быть. Вас никуда не пустят без нее, ты чё? Ну, тоже верно. Блин, у меня нету. Дома есть? Да, у нас валом дома, ты чё? Ну, на. Да нет, ну тут... Давай я тебя одену. Давай одену, моя хорошая. Вот так другой разговор. Ну да, слушай, опасно без маски ходить. Конечно. Носик, поправь. Нормально? Да, супер. Ладно, я пошла. Зай, чё? Ты мне точно доверяешь? Да, конечно, доверяю, малыш, ты чё? Ну ладно. Мы же одно целое. Как ладно, я могу тебя целую. Я тебя тоже пока. Люблю, давай. Я тебя наберу. Конечно, давай. 6-1. 1-4. 4-3. 3-2. 2-5. Чтобы поднять. Цены поднялись, не актуально уже. Ну, в принципе, конец года. Давай на 2000, только будешь на час больше работать каждый день и добираться сам на работу. Давай. Нормально. 20 тысяч плюс 2000, минус 3 на дорогу. Опять наебал. Аня, а ты знал, что дальнобойщиков всего водителей нормальных два вида? Нет, каких? Это лысые и седые. Почему? Ну вот лысый, блядь, он самый такой нормальный водитель, блядь, который ничего не боится. Ни гололеда, ничего, он всегда в скоростях, всегда товар доставляет из точки в точку. Ничего не боится, он гоняет как умалишенный. Ну, а седой почему? А седой это его напарник. А. Напарник лысого. Так, граждане заключенные, прошу любить и жаловать. Акунецкий Геннадий Иванович. Наш внук прибывший. Будете в одной камере кантоваться. Обозначься. Гена, погоняла окунь. Камиль, смотрящий. Все вопросы через меня. Жратву из передач в общак. Звонить можно от меня, тариф для своих. Какая ходка? Третья. Да ты все знаешь, твоя шконка. Ха-ха-ха, сейчас будет кида... В смысле? Ах ты, блин. Аро, Серый, помнишь, ты хотел у меня Каена купить? Ну? Да ничего, не продаю я. А, одумался. А вы замечали, что когда забираешь долг, то ощущение такое, что пидорас это ты, а отдающий просто красавчик. Как мы едим на Сахалине кролика. Покупаем такого за 4 килограмма. Вот такой берем лапку. Вот. Такой. Ломаем. Это мы выкидываем, мы это не едим. Берем вот этот клешнем, вот такого, покажи себя. Ножом, оп, разрезаем. И вытаскиваем вот этот кусок, кусман мяса. Три класса, но... Заебись, четко. Получается четко. У вас действительно... Умеете, могете просто.